Давайте мы сейчас с вами получим удовольствие вот от этой картины. Дальше встаньте все пошире, чтобы всем было видно. А центральное место в творчестве так рано ушедшего от нас великого испанского художника Эль Греко по праву занимает полотно площадью 1,5 квадратных метра. Кающаяся Мария Магдалина. На холсте Мария изображена в необычном ракурсе, на берегу моря. И невольно возникает вопрос. Что она здесь делает в такое позднее время? Она здесь откровенно кается. Художники с давних пор обращались к образу прекрасной грешницы. Но все их Магдалины каялись как-то неубедительно. Как-то без огонька. Совсем в другой, оригинальной манере кается Мария Магдалина у Эль Греко. Видите, сразу видно, что она глубоко раскаивается в содеянном. И как это меня угораздило, как бы, спрашивает она. И ей как бы веришь. Ну а теперь давайте перенесемся в правый верхний угол картины. Все перенеслись? Видите, там нам на глаза попадаются три птички. Видите, три птички. Кое-кто на Западе полагает, что это колибри. Ну, наши ученые сумели опознать в них диких уток. И, наконец, в центре кульминационное пятно картины, видите, сама Мария Магдалина, распущенные, как попало, волосы. Говорят нам о распущенности Марии в прошлом. Но правая рука уже почти полностью прикрывает трепетную грудь. Значит, Магдалине заговорила таки совесть. Известно, что Эль Греко рисовал в ужасные времена господства испанской инквизиции. В те годы на кострах горело немало способной молодежи. Поэтому никто не мог открыто думать. Рисовать, лепить. И большие художники были вынуждены прибегать к аллегории. Прибежал к ним и Эль Греко. Видите, Мария Магдалина не просто крупная женщина с хорошей фигурой, как это может показаться вначале. Нет! Каждая черточка на картине незаметно для себя бросает вызов испанской инквизиции. Видите, даже пейзаж за спиной Марии, он ведь написан не только ради того, чтобы как-то заполнить свободное от Марии место. Нет, эти промозглые серые, коричневые, опостылившие-то она, кричат нам об ужасных условиях, в которых жили простые, никому не нужные испанцы. На всех картинах художнику особенно хорошо удавались глаза. Вот видите, особенно хорош у Магдалины правый глаз. И ниже, под глазом, хорошо виден рот, из которого доносится немой вопрос. А давайте сейчас с вами вместе дружно вглядимся в нежное тело Марии, написанное в теплых постельных тонах. Да, Мария девушка не из рабочей семьи. Видите, на руках нет ни одной мозоли, тем более царапины. Конечно, трудно придется Магдалине в дальнейшей жизни. Справа от Марии мы замечаем книжку и чей-то череп. Все видят череп. Сейчас. Трудно сказать, кто позировал художнику. Конечно, надо
над этой головой придется поломать череп некоторым нашим искусствоведам. Но в целом картина поражает своей чистотой. Посмотрите, белоснежные кружева покрывала поверх Марии. Все это говорит нам о тяжком труде испанских прачек, день и ночь стиравших белье испанской знати, погрязшей в роскоши, вине и женщине. А таким образом можно рассматривать полотно «Кающаяся Мария Магдалина» как суровый документ, той далекой эпохи, подписанный талантливой рукой великого испанского художника Эль Греха, так и не сумевшего дожить до правильного понимания своей картины, ровно 371 год. Спасибо за внимание.